Сегодня мы поговорим о пророческом послании, которое скрыто в еврейском Новом Годе, 5782. Но я также буду использовать григорианский календарь, согласно которому это 2022. Я покажу вам, как эти вещи связаны. Впервые оба года связаны. Я хочу показать вам новую систему учений. Хочу поделиться с вами базовыми вещами. Языческий Новый год начинается 1 января, еврейский Новый год начинается 6 сентября 2021 года. Для евреев это 5782 год. Мы не будем подробно рассматривать, почему существует такая разница между еврейским и григорианским годом. Интересно то, что раввины Израиля на протяжении многих лет разрабатывали системы. И я покажу вам не одну, а три феноменальные системы того, как Слово Божие, еврейские алфавиты и числа могут скрывать в себе вещи, которые важны для пророческих времен. Я хочу, чтобы вы сказали со мною: «Эти дела в пророческие времена». Сейчас у нас пророческое время. Вы увидите сегодня еврейский алфавит, и состоит он из 22 букв. Все они согласные, у них нет гласных. В современном иврите гласные определяются благодаря точкам и линиям под буквами или над ними. Именно они производят гласные звуки. У них есть 5 форм. То есть 5 букв говорят об окончании слова. Большинство из вас знают это, но для новичков я скажу, что каждая буква еврейского алфавита имеет свой символ. Первая буква — алиф, ее символ — вол. Последняя буква — тав, ее символ — крест. Плюс X или крест. Я часто говорил о том, что все началось в Ветхом Завете, жертвы животных, а закончилось в Новом Завете крестом Иисусом. Итак, вол и крест. Кстати, буквы алиф и тав известны на греческом как альфа и омега. Это первая и последняя буква греческого алфавита. Альфа и омега. У каждой буквы также есть соответствующая цифра. Я не буду рассматривать их все, потому что это займет слишком много времени. Но когда вы видите букву алиф, то ее цифровое соответствие — 1. Алиф, бет, гимель, далет, хей. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, вплоть до 22 буквы, которая означает 400. Я покажу вам ее чуть позже в таблице. Интересно то, что цифры и буквы взаимозаменяемы. Это делали как во времена римлян, так и после них. Принято считать, что все началось после Вавилонского плена, когда евреи вернулись назад. Главный пример использования этой системы в Новом Завете, в греческом, это когда Иоанн говорит: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя». Число его 666. В самых старых византийских летописях не написано 666. Там стоят три греческие буквы. Первая греческая буква означает 600, вторая — 60, а третья — 6. Все это взято из византийского манускрипта, которому много сотен лет. Вот откуда появилось 666. Они взяли эти три буквы и сложили их, ведь именно об этом говорил Иоанн. Та система, которую я показываю вам, не странная, не оккультная. Некоторые христиане думают, что я учу мистики, но это не так. Я хочу показать вам, что это доказывает богодухновенность Библии, а также то, что еврейский алфавит — это божественный алфавит, оригинальный алфавит, на котором Адам говорил в начале времен. Как жаль, что у меня нет времени, чтобы подробно рассмотреть этот момент. Я хочу показать вам образ библейского кода. Это не тот образ, который используют в компьютерах, пропуская каждую 7 или 8 букву и создавая так слова. Эту систему придумали еще в 1988 году. Я был одним из первых, кто узнал о ней. Они писали в Jerusalem Post еще до того, как они узнал мир. Но сегодня мы рассмотрим другую вещь. Я хочу дать вам цитату об есеях. Есеи — это люди, которые жили в Кумранских пещерах. Там нашли свитки Мертвого моря. И вот эта цитата. У есеев был дар пророчества. Они имели знания, чтобы давать цифровые значения буквам.
Они меняли одни буквы на противоположные. Они могли не только предсказать подробности Священного Писания, но и определить точное время исполнения пророчества. Их предсказания практически всегда сбывались. Я помню, как мой гид впервые сказал мне: «А знаешь ли ты, что в свитках Мертвого моря говорится о том, что Израиль будет восстановлен после 70 поколений?» Когда Менахим Бегин жил в детстве в Польше, его отец сказал: «Сынок, ты увидишь, как Израиль снова станет страной». Он спросил: «Папа, откуда ты об этом знаешь?» Он сказал: «Я 69-е поколение от плена, а ты 70-е». И все это исполнилось во времена Менахима Бегина. Это было предсказание, о котором говорили Есеи. Я хочу также сказать вам о еще одной важной вещи. Это крайне удивительная вещь. Наверняка вы все любите что-то захватывающее. Вы не следили бы за моим служением, если бы вам это не нравилось. Я повторюсь, это удивительно. Как вы знаете, Тора — это первые пять книг Библии. Перечислим: это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Они были записаны Моисеем в пустыне по божественному вдохновению. И вот что говорят евреи. Они говорят, что все Писание богодухновенно. Что-то пришло в видении, что-то во сне, что-то через ангела, а что-то от пророка. Но вот чем отличается Тора. В Торе сказано: «И проговорил Господь к Моисею». Вот в чем разница. Пророк получал вдохновение и писал под ним, а Моисей записал то, что ему продиктовал сам Бог. Иными словами, Бог вслух произносил слова Моисею, а он записывал их как секретарь каждую букву. Вы должны услышать это. Каждая буква находится там, где должна быть. Каждое слово находится там, где должно быть. Вот почему это работает. Бог обращался к Моисею вслух, а тот записывал все буквы и слова. Мне нравится, что говорит доктор Катшоу. Он говорит, что у Писания часто бывают разные слои. Это как лук. Ты снимаешь один слой и видишь что-то в том стихе. А затем ты замечаешь какое-то слово, которое соответствует другому слову. Я хочу поговорить с вами вот о чем. У нас есть реальный свиток Торы, который мне дала одна прекрасная женщина. Она уже умерла. Я не буду называть ее имени. Она была богатой иудейкой. И вот она подарила мне свиток Тора, которому было 300 с чем-то лет. Я не хочу, чтобы мои зрители иудеи расстраивались из-за того, что у язычника есть свиток Тора. Это не кошерный свиток. Что это означает? Означает это, что со временем буквы размылись. И когда они размываются в такой степени, что его невозможно читать, его погребают как тело. Не сжигают, не уничтожают. Она достала нам такой свиток. Его нужно было либо переписать заново, либо похоронить. И когда синагогу, в которой лежал этот свиток, подожгли, они вынесли его оттуда. Все потому, что они относились к нему как к живому человеку. Скажите, кто из вас верит, что Библия жива? А я лично верю. Все Слово Божие, все 66 книг — это живое существо. Интересно, что в этом свитке одна буква идет за другой. В оригинальном свитке Пятикнижия нет букв, указывающих на стихи. Стих первый, второй, третий, четвертый, пятый, да? Главы в Торе добавил архиепископ Кентерберийский Стивен Лэнгтон в переводе 1227 года. И в наших Библиях мы видим стихи и главы, которые добавили в 1227 году. Разделение на стихи делалось на основании перемены мысли.
идет один тезис, затем идет второй, ну и так далее. Вот почему стихи бывают длиннее и короче. Они следили за тем, чтобы выделять отдельные тезисы в контексте главы. Библия Уитклифа 1382 года впервые использовала главы с подзаголовками. Ну, теперь вы знаете, когда это появилось. Еврейская Библия, которая была написана на иврите, была разделена на стихи в 1448 году раввином Нафаном. Мы видим в нашей Библии главы и стихи, которые соответствуют главам и стихам еврейских писаний. Помните, пожалуйста, об этом. В этом нет никаких противоречий. Отдельные буквы еврейского алфавита обладают цифровым значением. И это цифровое значение может соответствовать стиху. Ну, давайте посмотрим для начала на этот список. Мы поговорим о том, как целые годы, а хочу добавить, еврейский год в еврейском календаре можно перевести на номер стиха в Торе. Я говорю о реальных стихах. Чтобы понять это, нужно посмотреть на пять книг Библии. В книге «Бытия» записано 1533 стиха. В «Исходе» 1213 стихов. В книге «Левит» 850 стихов. В книге «Чисел» 1288 стихов. А во «Второзаконии» 959 стихов. Я не всегда правильно читаю числа. Смотрите на экран, чтобы не промахнуться с числом. В итоге мы получаем всего 5852 стиха. Что если взять стихи из Тора и начинаем мы с Бытия 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. И мы идем через Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. То есть мы начинаем с Бытия 1.1. И через 5852 стиха мы доходим до конца книги Второзакония, ее последнего стиха. Но что если взять стихи и сказать, а может ли еврейский год соответствовать номеру стиха? Вы понимаете, о чем я говорю? Возможно, мне стоит просто показать вам это. Как вы думаете? 5852 стиха. Вот вам и код. Еврейский год. 5708. Если открыть 5708 стих в Торе, то попадем мы на Второзаконие, 30 главу, 5 стих. И вот что там написано. «И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Чудесный стих, да? Но я хочу сказать вам, что этот стих в Торе, год 5708, в календаре соответствует нашему 1948 году. Теперь вы понимаете, к чему я веду? Иными словами, 5708 год соответствует нашему 1948 в Григорианском календаре. А что произошло в этом году? Бог вернул назад Израиль как народ на землю их отцов. Это случилось 14 мая 1948 года. Он сделал это во благо им. Далее интереснее. Если взять 5712 стих в Торе, то получим Второзаконие, 30 главу, 9 стих. Этот год соответствует 1952 году в нашем календаре. А вот что сказано в этом стихе. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как он радовался об отцах твоих». Почему 1952 так важен?
Потому что был человек по имени Давид Бен-Гурион. Его называют отцом современного Израиля. Он выступил в Тель-Авиве и заявил, что Израиль снова стал страной. Он назвал эту страну Израилем. Есть одно известное фото, где он стоит с группой еврейских старейшин, провозглашая независимость Израиля. Я хочу рассказать вам, что сделал Давид Бен-Гурион. Он был простым фермером. В 1951, 2 и 3 годах он начал приезжать в пустыню Негев, в которой была лишь пыль, и орошать ее. И эта земля расцвела, и они привели скот на эту землю, там начали садить деревья. Иными словами, 1952 был ключевым годом, в который Бен-Гурион занимался этим. Бог сказал: «Я благословлю дела твоих рук. Я верну скот на землю. Я сделаю так, чтобы земля приносила плоды». И Бог сказал: «Я буду снова радоваться о тебе, Израиль». Разве это не удивительно? Еврейский год 5712 соответствует 5712 стиху Торы. В нашем календаре это 1952 год. Но вот еще один интересный момент. 5727 стих — это год 1967 и 68. Это нечто. Он соответствует Второзаконию, 31 глава, 4 стих. Я хочу прочитать вам, что там сказано. «Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими». Это важно. Смотрите. «И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморийскими, и с землей их, которых Он истребил». Итак, это 5727 год по еврейскому календарю, 5727 стих Торы и 1967 и 8 годы в нашем календаре. Почему это важно? Вы готовы? В 1967, во время шестидневной войны, евреи вернули голландские высоты. Угадайте, кто жил на голландских высотах? Два великана. Одного звали Сигон, а второго — Ог. Сейчас вы это поймете. Об этом говорится в этом стихе. Он связывает еврейский и григорианский календарь. Именно в том году израильтяне захватили голландские высоты, земли Ога и Сигона. Они сделали это во времена Моисея и в 1967, во время шестидневной войны. Давайте прославим за это Господа. Я просто поражаюсь богодухновенности Библии. А далее 5746 стих соответствует 1984 году. Это Второзаконие, 31 глава, 23 стих. Этот стих, который соответствует этим годам, говорит следующее. «И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, которую клялся им, и я буду с тобою». Бог говорит здесь о том, что дети Израиля находились за пределами земли обетованной, но теперь я верну их назад. Угадайте, что начало происходить в 1984-м. Этот год соответствует данному стиху из Торы, который мы прочитали. Началась операция «Моисей». Она длилась с 84 по 85 год. 6500 эфиопских евреев вернули в Израиль. Это было начало возвращения иудеев. Оно привело к возвращению русских евреев, которое началось в 87 году. Сейчас назад вернулось более миллиона русских евреев. Сотни тысяч евреев вернулись назад со всего мира. И вот что я хочу показать. Все началось в 1984 году. Это соответствует тому, что говорит Бог: «Я верну сынов Израилевых назад». Кто-то, кроме меня, рад этому сегодня? Скажите мне. Вы скажете так: «Я хочу знать о годе, который будет вскоре. Мы еще дойдем до него». А сейчас я хочу показать вам второй год, который использовал раввин Менахем Шнирсон. Запомните его имя. Он был главным раввином
одного из ортодоксальных движений в Бруклине, Нью-Йорк. Он дожил до 90 лет. Были люди, которые считали его мессией. Конечно, он им не был. Он никогда не был в Израиле. Ему строили дом в Израиле, который выглядел как его дом в Бруклине, чтобы он побывал в Израиле. Израильтяне рассказывали мне, что Менахим Шнирсон мог сидеть в Бруклине и управлять тем, кого будут выбирать ортодоксальные евреи в Израиле. Вот каким влиянием обладал этот человек. Он сделал нечто уникальное. Надеюсь, я смогу коротко объяснить вам это. Если взять 1947 и 48 годы, то это будет 5708 год. Шнирсон брал 5. 5 означало букву «Хей». «Алеф», «Бет», «Гимель», «Далет», «Хей». Это буква «Хей». А затем он сказал, давайте посмотрим на 700. Ни одна еврейская буква не соответствует этому числу, поэтому давайте разделим его. 400 — это «Тав», а «Шин» — это 300. Итак, мы получаем «Хей», «Тав», «Шин». А последнее число — это 8. А восьмая буква еврейского алфавита — это «Хет». Он говорит следующее. «Хей», «Тав», «Шин», «Хет». И тогда он предсказал следующее. Смотрите, в 47-м и 48-м, что соответствует 5708 году евреев, это «Хатеку», «Фашел», «Хавил» — время родовых мук. А что случилось в 48-м году? Израиль стал страной. Исаия говорит, рождался ли народ в один раз, как Сион. За 35 лет проведения глобального события, именно собрание этого года, все посетившие назвали лучшим. Бог побудил меня открыть новые пророческие данные, среди которых были послания, раскрывающие сатанинские замыслы, которые сейчас отвлекают вас. Все спикеры попали в цель стрелами Божьего откровения. В первый вечер я поделился скрытым посланием еврейского Нового года, 5782-го, а также 2022 года. Я расскажу вам, как номера стихов в Торе на самом деле совпадают с еврейскими годами исполнения этих предсказаний. Вы увидите это на нашем DVD. Это удивительное откровение. Существует новое демоническое начальство, которое доминирует в американской культуре и политике, и которое я раскрываю в послании «Третий исход» — борьба Америки с духом Рамзеса. Древняя история повторяется. Узнайте новые и древние шаблоны, которые повторяются сейчас в Америке. Послание, программируя американцев на принятие метки зверя, объясняет, как массы готовят прямо сейчас, чтобы они отдали свои свободы глобальной элите, которая будет использовать будущие моры, катастрофы и нехватки еды, чтобы захватить контроль. На основании древних историй Библии и моего личного опыта в послании, когда ловушка сатаны становится вашим худшим днем, мы разберем, как стратегии сатаны работают через людей, которые могут создать время испытаний. Исследуйте план врага. Раскройте его мышление. И вы узнаете, как обратить решения, которые сатана принял против вас и вашей семьи. Мое пятое послание называется «Величайшие тайны сатаны теперь раскрыты». Это то послание, которое ваш соперник не хочет, чтобы вы услышали. Это откровение изменило мою веру, надежду и придало сил. Вы должны услышать это слово. Дженсен Франклин поделится словом под названием «Настало время написать следующую главу». Оставьте прошлое позади и напишите новое будущее после того, как услышите это слово от Бога. Томми Бейтс поделился с нами словом под названием «Ангелы идут». Это послание укрепит вас в вере. Услышав его, тысячи людей попадали на пол в слезах радости. Это слово освободит вас от страха и тревоги. Джон Килпатрик поделился словом под названием «Что если?» Готовы ли вы к заблуждению? Это то послание, в котором нуждается все тело Христово. Вы можете заказать 8 посланий на CD или DVD. Вы услышите нередактированные послания на CD и DVD. Но на DVD вы также увидите мои презентации. CD доступны за $55, а DVD за $95. Чтобы заказать диски,
выбирайте предложение 21ME CD или DVD. Заходите на наш сайт или звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Можете не сомневаться, это один из лучших сборников, какой вы только слышали. Ваши пожертвования используются для того, чтобы фестиваль «Манны» выходил в эфир. Итак, заказывайте наше предложение 21ME. Спасибо, что были со мной. Послушайте это предложение по главному событию. 4000 человек говорили мне и другим служителям, из всех мероприятий на этом мы больше всего ощутили движение Духа и услышали важнейшие послания. Сделайте вклад в свое хождение с Богом. Вы можете заказать диски или DVD. Мы никогда не показываем всех спикеров по телевизору. Но можете не сомневаться, что это станет благословением и ободрением для вас. Эти послания действительно вам помогут. Некоторые из вас могут и не знать о том, что мы надеемся построить центр наследия и музей реликвий Святой Земли. Вот некоторые реликвии, которые нам передал Израильский музей. Они все пронумерованы и подтверждены музеем. Я знаю, что некоторые из вас скажут: «Надень перчатки». Эти сосуды были созданы во времена Авраама, Исаака и Иакова, а ты так просто берешь их в свои руки. Но, тем не менее, я хочу показать их вам, вот эти горшки и сосуды. У меня есть и другие. Мы поставили их сюда для украшения. Можете не сомневаться, мы заботимся о них. Мы хотим построить настоящий музей реликвий. Начнем мы с Торы, с 300-летнего свитка Торы, который мне подарили. У нас есть модель Иерусалима на целую комнату. У нас есть тысячи реликвий. И когда мы построим это здание, то на юго-востоке Соединенных Штатов Америки появится место, которое смогут посещать семьи и группы верующих из разных стран и континентов. У нас много удивительных экспонатов. Если вы хотите помочь нам в строительстве, пожертвовать на него, то это очень поможет нам. Вы оставите наследие будущим поколениям. Вы поможете молодым и не очень людям увидеть, что Библия — это богодухновенное слово. Я не буду рассказывать вам обо всем, что будет там, но я хочу сказать, что мы в восторге от этого. Мы верим, что Господь положил нам на сердце построить музей. Архитекторы уже строят планы и общаются с теми, кто построил свои музеи, чтобы иметь хоть какой-то опыт в этом и не посрамиться в возведении этого качественного здания. Вы можете связаться с нашим офисом через сайт и сказать: «Мы хотим участвовать в строительстве музея Святой Земли в Кливленде, штат Теннесси». Спасибо за ваши молитвы и пожертвования. Пусть Бог благословит вас.